Караченцев подхватил серьезную болезнь. Актер попал в больницу из-за двухстороннего воспаления легких. Об этом сообщила его жена Людмила Пургина. Она уточнила, что Караченцев слаб, но о нем заботятся. Самая главная задача на ближайшее время – выйти из состояния болезни. Пока планируем переехать на дачу. Врачи, которые ведут нас, советуют жить на свежем воздухе и каждые 3 недели делать курс химиотерапии. Мы должны застопорить развитие опухоли, сообщила она. Его сын Андрей Караченцев сообщил, что все силы брошены на борьбу с воспалением легких. Двустороннее воспаление легких подхватил 2-3 недели назад. Он сейчас проходит лечение в той же больнице, где проходит и курс химиотерапии. Сейчас у него все силы брошены на эту борьбу, сообщил сын, уточнив, что отец находится не в реанимации, а в отдельной палате. Напомним, в 2017 году Караченцев начал курс химиотерапии. У актера был диагностирован рак легких. Благодарю вас за просмотр. Ставьте лайки и дизлайки. Пишите ваши комментарии. Делитесь видео с вашими друзьями в соцсетях. Подписывайтесь на наш канал. Не забудьте нажать на колокольчик. Впереди вас ждет много интересного и захватывающего. До новых встреч!